В Петропавловске свыше 60 сотрудников и ветеранов поощрены в честь 30-летия казахстанской полиции. Торжественное собрание, посвященное 30-летию казахстанской полиции, проведено для сотрудников и ветеранов самого большого подразделения полиции Северо-Казахстанской области – Управления полиции города Петропавловск. Участковые, патрульные, следователи, дознаватели, криминалисты, оперуполномоченные. Именно на городских полицейских ложится основная нагрузка по противодействию криминалу и обеспечению общественной и дорожной безопасности в самом крупном городе региона. Опыт работы в городделе служит неким знаком качества. После такой практики сотрудники полиции получают навыки и профессионализм, которые очень ценны при работе в любой должности. Каждый день наши сотрудники обеспечивают охрану общественного порядка, раскрытием преступлений занимаются профилактикой, правильно, профилактикой преступности. Поэтому, уважаемые наши сотрудники, каждый день, не покладая рук, да, не считаясь с личным временем, работают на благо Республики Казахстан. Различными наградами, грамотами и благодарственными письмами было награждено свыше 60 сотрудников и ветеранов. В их числе начальник оперативно-криминалистического отдела Тимур Абдельманов. В честь праздника офицер получил звание подполковник полиции досрочно. Особенно трогательным был эпизод объявления благодарности родителям сотрудников полиции. Айгуль Сембиной за достойное воспитание дочери, криминалиста Маржантай Толиденкызы, Абаю и Гаку Нурмукановым за сына старшего сержанта полиции Мираса Ерденова, Константину и Елене Дрядиным за воспитание дочери следователя Кристины Дрядиной, а также Кайсару и Самал Аягановым за воспитание дочери инспектора административной полиции Альбины Тибшакбаевой. Завершилось торжественное собрание концертом, после чего полицейские разошлись по местам несения службы на охрану правопорядка, обеспечение спокойствия и безопасности земляков. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции.